Время новостей на нашем канале. Меня зовут Алмаз Ашим. Здравствуйте. Всего 68 россиян подали заявление на получение казахстанского гражданства. Об этом сообщили в МВД. Чтобы стать полноправными жителями страны, им предстоит пройти ряд специальных процедур. Глава ведомства Марат Ахметжанов рассказал, что всех заявителей обязательно проверят на участие в деструктивных группах. Добавлю, ИИН в Казахстане на сегодня получили порядка 70 тысяч граждан России. Министр ответил также на вопрос, в каких случаях иностранных граждан могут выдворить из Казахстана. Порядок экстрадиции, выдачи, все регламентировано нашим законодательством. То есть другие, которые не предусмотрены основания в нашем законодательстве, не предусматривают выдворение. Ну, например, можете привести, извините, коллеги, просто россияне очень много спрашивают, что может послужить основанием, да, извините, основанием для выдачи? В каких случаях Казахстан может выдать? Значит, первое основание – это то, что имеется на сопределенном, ну, запрашиваем, так скажем, государстве, на него возбуждено уголовное дело, которое по нашему законодательству тоже признается уголовным наказуемым деянием. Тем временем из Казахстана уже выдворили россиян, устроивших массовую драку в Уральске. Произошел инцидент ночью 30 сентября. Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Драку возле ночного клуба заметили полицейские во время мониторинга камер видеонаблюдения. Наряд полиции задержал тогда 4 человек. 2 граждан Российской Федерации арестовали на 5 суток. Вчера специализированный административный суд Уральска принял решение о выдворении за пределы страны всех участников драки. 3 приехали в Казахстан из Саратовской области, еще 1 мужчина из города Уфы. Также на них составлены административные протоколы. В отношении гражданина Т и З возбуждено административное производство по статье 434. Также обоим составлено по 2 административных протокола по статье 440 «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения» и статья 437 «Нарушение тишины». Гражданам СМ привлечены по статье 437 КОАП и статье 440 и с наложением штрафа за каждое правонарушение в размере 7659 тенге. На фоне массовой миграции россиян в Казахстане продолжается ажиотаж на рынке арендного жилья. В сентябре средняя цена за съем квартиры выросла наполовину. При этом растет стоимость не только в приграничных регионах, в антилидерах по дороговизне, Алматы и столице. Как бороться с необоснованным ростом цен, думают в Мининдустрии. Глава профильного ведомства Кайырбек Ускенбаев предложил создать фонды для частного рынка недвижимости. По его словам, площадка сможет привлекать инвестиции и иметь постоянный источник дохода от сдачи в аренду. Это условно может быть акционерное общество. Акции предприятия сможет приобрести как педагог, так и пенсионер и получать дивиденды ежемесячно или ежеквартально. Правда, когда задумка претворится в жизнь, Ускенбаев ответить затруднился. Конкретно сейчас механизмов найти очень сложно. В будущем, я уже сказал, мы должны выстроить систему, как я предложил, да, развитие вообще рынка жилья. И чтобы этот рынок жилья не был у нас условно в виде хаоса, да, кто хочет дает или кто не хочет дает, а приносил пользу и обществу, был прозрачен, и имел постоянный доход для тех людей, которые вложили в этот вид бизнеса. Вот эту структуру мы хотим выстроить. Но, к сожалению, быстро не получится. Другим темам. В Казахстане заметно выросло число аварий на дорогах на 14% с начала года. Стало больше также ДТП со смертельным исходом. В причинах происшествий сегодня разбирались в правительстве. В числе основных – плохие дороги, отсутствие культуры вождения среди водителей. Как планируют проблему решать, узнавала Гульдана Кален. Это жуткие кадры смертельного ДТП, в котором погибли 2 врачей и пострадали 8 медработников. Трагедия произошла 2 недели назад вблизи Балхаша. Тогда автобус, перевозивший специалистов, столкнулся с грузовым транспортом. И число таких аварий с начала года достигло почти 10 тысяч. Ежедневно в ДТП погибают в среднем 5-6 человек.
По данным международных экспертов, от дорожно-транспортных происшествий погибает людей больше, чем от тяжелых заболеваний и природных катаклизмов. Вероятность погибнуть от ДТП у нас в 11 раз выше, чем в развитых странах. Узкие полосы и плохие дороги, по словам министра внутренних дел, это основные причины частых ДТП на казахстанских трассах. Большинство дорог построено по старым госстандартам. Они двухполосные, ширина не превышает 7 метров. Дорога с четырьмя более полосами движения имеет протяженность 3000 километров. Это всего 2% в масштабе страны. Эксперты дорожной отрасли солидарны с позицией главы МВД. Качество казахстанских дорог и спустя 30 лет все еще зависит от советских стандартов. Некачественный и несвоевременный ремонт дорог напрямую сказывается на печальной статистике. У нас в Казахстане на содержание дорог выделяется всего там меньше 50% денег от требуемого. Мы просто очень сильно увлеклись стройкой. Это до вот сегодняшнего дня было, наверное, правильно, потому что очень много дорог было плохих. Их надо было все восстановить. После 90-го года у нас развалилось все, и с 2001 года мы все это восстанавливали. Но теперь нужно большое внимание уделять на содержание тех дорог, которые уже восстановили. Низкий уровень культуры вождения среди водителей – это еще одна причина роста дорожно-транспортных происшествий. Больше половины смертельных ДТП совершили водители, не прошедшие обучение в автошколах. Кроме того, по словам министра, во многих центрах обучение проводится формально. Во многом такому положению дел способствовало снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей. Сейчас обучение осуществляют 747 учебных центров. Для их открытия с 2018 года не требуется получение лицензий и разрешений. В 2020 году прекращен государственный контроль за их деятельностью. Надо честно признать, что государство утратило контроль за этой сферой. С начала года казахстанские автовладельцы успели нарушить правила дорожного движения больше 4,5 миллионов раз. 20 тысяч водителей лишены прав. Теперь в МВД рассмотрят вопрос ответственности автошкол за некачественную подготовку водителей. Ведь это тоже напрямую влияет на аварийность на дорогах. Человек категория Е есть, он приходит и говорит, я могу ездить. А начинаешь стажировку проводить, он вообще никакой не может ездить. Я вот буквально недавно вот в Инстаграме смотрел, там написано, прямо в Инстаграме написано, сделаю права водителя. Как это? Я вот сидел и думаю, как это вот, как вот именно вот в Инстаграме, я вот такое видел объявление, сделаю права. Это говорит о коррупции? Ну, я так думаю, наверное, что да. По итогам заседания по безопасности на дорогах премьер-министр поручил профильным ведомствам еще раз провести детальный анализ роста ДТП, а также усилить надзор за движением, особенно на наиболее опасных участках. Для решения проблемы в стране также планируют расширить сеть камер по фиксации нарушений. Гульдана Кален, Хабар 24. Столица возглавила список самых грязных городов в нашей стране. Данные озвучили в Казгидромете. Пробы изучались в течение прошлой недели. Почти 1500 превышений предельно допустимых концентраций зафиксировано в Астане. Больше всего в районе улицы Бабатай-Оло. На втором месте Караганда. Уровень загрязнения ниже почти в 3 раза, чем в Астане. Тройку антилидеров замыкает Алматы с показателем 123. Самыми чистыми оказались Шымкент и Актобе. В Мининдустрии проверят факты незаконного снятия сирот с очередей на жилье. Кайырбек Ускенбаев заверил коллег, что возможные факты коррупции со стороны местных исполнительных органов легко выявить, поскольку льготная очередь за жильем полностью оцифрована. Напомню, положенные им квартиры ждут более 60 тысяч сирот. Впрочем, проверку ведомстве планируют устроить по каждому подозрительному движению в электронной системе. В электронном формате, там же видно же, если кто-то думает, что он что-то сделал и там не остаются следы, то любой айтишник, который рядом с вами находится, скажет, да нет, мы не то что следы, мы до каждого корня можем дойти, там сколько шагов прошло. У нас тоже достаточно сильный специалист, дадим поручение, пусть все движения такие проверят. Я думаю, в течение 2-3 месяцев
мы до Нового года все проверим и уже более полный ответ дадим, насколько эти факты имели место. В Петропавловске жители 16-этажного дома боятся, что им придется готовить еду на улице. В новостройке, возведенной по госпрограмме, долгое время нет горячей воды, электричества, отопления, а газ и вовсе не предусмотрен. Жить в таких условиях семьи уже устали. Многим пришлось увести детей к родственникам, чтобы они могли полноценно питаться и уроки учить спокойно. Жалобы горожан выслушала Нургуль Ахметова. О, батареи холодные, вон. Никакого тепла, ничего нет. Пенсионерка Зайтуна Бейгеуа долгие годы работала в детском саду. Квартиру в новостройке приобрела по программе «Шанрах». Исправно погашает ипотеку по 70 тысяч тенге ежемесячно. О том, что жить придется без тепла, горячей воды и зачастую без света, она и не подозревала. Вчера немножко света было, так мы пили чай. А сегодня утром встали, нету ничего, ни света, ничего нет. Сухомятку поели и пошли. В этом доме газа нет, все зависит от электричества, а света не бывает целыми сутками. 96 семей страдают из-за отсутствия элементарных благ цивилизации. У многих маленькие дети. Ни света, ни воды, ни тепла. Мы не можем согреть, ни покушать, так как электроплиты. Ждут, пока начнут люди заносить газовые баллоны в дома. Акимат сдали нам такие неполноценные дома. Не выполнили свои обязательства. Ни один из подрядчиков, которые должны были поэтапно выполнять все работы. Ипотеки выплачиваются своевременно нами. Хотелось бы внимания вышестоящих органов. Самое теплое место в этом доме – это подвал. Отопление есть, трубы действительно горячие, но вот наверх квартиры тепло не уходит, потому что насосы без электричества не работают. По словам жильцов, два 16-этажных дома подключены к временной электролинии мощностью всего в 100 киловатт. Естественно, она не выдерживает нагрузки в виде обогревателей и электроплит. Гадзеев, он взял этот тендер, выиграл и отдал на субподряд. Тоже организация, которая занимается прокладкой электрокабеля. Вот они временку сделали, а постоянку, все, они ушли. Теперь говорят, что будем выставлять на тендер ЖКХ «Акимат» и искать нового подрядчика. Это сколько времени будет, мы не знаем. Открыть лицевые счета и оформить все необходимые документы жители новостройки тоже не могут. Выяснилось, что на их прилегающем участке по бумагам числится сарай. Как застройщик умудрился поставить дом, сарай не повлиял. А провести нам отопление и горячую воду мы не можем, потому что мы сейчас снимаем этот сарай с земли, с баланса, и пытаемся поставить свой дом на баланс. По бумагам проблема, да, уперлась сейчас в этот сарай. Жильцы новостройки признаются, что уже устали обивать пороги госорганов. В Акимате же говорят, что проблему пытаются решить. В связи с тем, что жители сейчас в основном использовали обогреватели, у них часто выбивала электроэнергию. Сейчас компания подрядная «Альфа-Север» работает на месте, устраняют аварию данную, после чего уже и свет, и тепло в дом подадут. И до того, как жители откроют лицевые счета, подрядная организация будет выплачивать за коммунальные услуги. Жители боятся, что это будет лишь временным решением проблемы. И зимой в сильные морозы ситуация может усугубиться. Нургуль Ахметова, Толеген Иманов, Хабар, 24, Петропавловск. Казахстан нуждается в четких правилах игры для предпринимателей, по которым в течение предстоящих лет они смогут выстраивать свой бизнес. Об этом заявил спикер Сената в ходе очередного заседания Клуба молодых экспертов. Его участники обсудили социально-экономический блок послания президента и озвучили предложения по его реализации. По словам Маулена Ашимбаева, необходимо решить вопрос нехватки кредитных ресурсов для бизнеса. Среди важных задач — сократить долю участия государства в экономике через реформирование национальных компаний, квазигоссектора и другие инструменты. Мы нуждаемся в четких правилах игры. Стабильные, они сохраняются в течение 7-10 лет, и можно в рамках этой концепции работать, выстраивать свою деятельность, свой бизнес в Казахстане. Это вот такой первый шаг для того, чтобы сформулировать вот эту новую парадигму. Парадигму справедливого Казахстана, открытого Казахстана, демократического Казахстана.
Казахстане ужесточили требования к поставщикам услуг по программе «Арт-спорт». Теперь центры, участвующие в ней, должны обеспечить минимальное материально-техническое оснащение. Об этом сегодня заявили в Министерстве культуры и спорта. Ранее родители детей, посещающих кружки и занятия, жаловались на несоответствие нормам. Кроме того, количество кружков оптимизировали с 59 до 50, поскольку некоторые занятия дублировали друг друга. Также на каждого ребенка будут выдавать всего один ваучер, чтобы охватить большее количество несовершеннолетних. До сегодняшнего дня действующие правила допускали, что один ребенок может быть получить два ваучера, то есть ходить бесплатно на две секции. То сейчас мы ограничиваем одним ваучером, но при этом охват детей будет больше. Приведу пример. Примерно 580 детей, 580 тысяч ваучеров выделено, но фактически посещают 458 тысяч детей. То есть порядка 122 ваучера повторяют одни и те же дети. Здесь ничего не изменится, но в дальнейшем при выдаче ваучеров ваучер будет выдаваться по принципу «один ребенок, один ваучер». Казахстанки стали чемпионками мира по пожарно-спасательному спорту. Турнир прошел в Самарканде. Наши девушки вырвали победу с блестящим результатом – 27,16 секунды. Суть состязаний – в борьбе с огнем. Казахстанки быстрее всех и правильно проложили магистральную рукавную линию и поразили мишень струей воды. Серебро досталось команде из России. Третье место поделили между собой сборные Беларуси и Узбекистана. Две сотни мастеров народно-прикладного искусства из 10 стран мира приняли участие в международной выставке «Тарас. Город ремесленников». Проходила она 4 дня. Посетить выставку и полюбоваться уникальными изделиями ручной работы и при желании приобрести понравившиеся товары мог любой желающий. В рамках этого мероприятия также стало известно, что областной центр вошел в список мировых городов ремесленников. Изделия ручной работы из шерсти, кожи, войлока, дерева и даже травы. Каждое творение мастеров, представленное на выставке, отображает неповторимый колорит и подчеркивает самобытность стран. Свои работы также представили и тарасские умельцы. Их в областном центре 78. Из них большая часть занимается изготовлением войлочных изделий. Поэтому войлочное ремесло намерено сделать брендом города. В качестве специализации мы взяли изделия из шерсти и войлоковаляния. Кроме того, Всемирный совет, когда присваивает статус, он обращает внимание, насколько обеспечено сырьем. Но сырья шерсти у нас достаточно, можно сказать, мы не успеваем даже перерабатывать. Это является нашим достоянием, национальным достоянием, которое нужно хранить, которое надо оберегать и которое надо модернизировать и приспосабливать к современным условиям. Я приехал из Индии, привез на выставку изделия из шелка и национальные платья нашей страны. Мероприятия такого масштаба предоставляют возможность познакомиться с культурой, традициями разных городов мира. В будущем обязательно продолжим принимать в них участие. Выставку такого масштаба провели в рамках официального включения Тараза в список мировых городов-ремесленников. По счету он стал 57-м. Из Казахстана областной центр пополнил список первым. Помимо Тараза, заявку на участие подавали Туркестан и Алматы. Эксперты учитывали все – и историю, и нынешнее развитие ремесла. Это наличие базы для ремесленников, количество видов ремесел, качество изделий и ассортимент, то, как это ремесло передается, есть ли преемственность поколений. Убедили нас в том, что в школах и во дворце пионеров, и еще в центре женщин, везде происходит процесс обучения. Идет передача, и там и дети маленькие занимаются, и взрослые люди. И это говорит о том, что ремесло не умрет. Историки говорят, что Тарас издревле славился развитым ремесленничеством и был главным звеном на Великом Шелковом пути. Об этом свидетельствуют найденные находки. За последние полвека на Древней Земле археологи обнаружили свыше 3500 артефактов. В их числе также золотые, серебряные и керамические изделия. В основном тарасские ремесленники изготавливали неполивные и поливных керамики. В 2015-2017 году при
раскопки древнего города было найдено два кушина золотых, серебряных украшений женщин, уникальные. Начиная вот с Китая, например, персидских источников, арабских источников, даже византийских источников есть ремесников Тараза, они уникальные, как ремесники мира. Поэтому на основании всех подтверждающих фактов специалисты считают, что вхождение Тараза в список мировых городов-ремесленников вполне обосновано. Это расширит горизонты сотрудничества и позволит Казахстану быть еще более узнаваемым в мире. Анастасия Сулейманова, Бахыжан Бапаев, Руслан Хатила, Тараз, Хабар 24. Мавзолей Йенлик-Кебек обновили в области Абай в честь 125-летия Мухтара Ауэзова. Обелиск, который находится на горе Шыңғыстау Абайского района, отремонтирован впервые за 60 лет. Излюбленное туристами место паломничество благоустроили за счет местного бюджета. Отреставрировали также памятник двух влюбленных, расположенный возле их могилы, а рядом установили арт-объект в форме сердца. Во время торжественного открытия обновленного мавзолея гостям представили театрализованное представление, отрывок из знаменитой поэмы «Трагедия». На благоустройство территории было потрачено 13 миллионов тенге, на реконструкцию объектов 20. Сейчас вы видите результат. Теперь молодые люди будут чаще посещать этот мавзолей. Ведь всем известно, что Йенлик-Кебек – это символ любви. Мы на этом закончим, но немного позже вернемся. До скорого.